Дорогие женщины, если вдруг у кого-то из вас сегодня хоть на вот-вот на столечко возникло желание поздравить своих мужчин с 23 февраля, все, конец, пиши пропало. Это не наш праздник уже. День защитника Украины президент Петр Порошенко перенес на 14 октября. А мене дивує, що ти про це говориш з таким сумом. Я вважаю, що це правильно особисто. Да, да, конечно, правильно, Ірина. Це добре. А от у Донецьку, друзі, сьогодні концерт. Невже святкують? Місто очима мирного жителя. Давайте подивимось разом. Це центральна площадь міста Донецька. Сьогодні тут празднують 23 февраля. Сьогодні вихідний день. Як говориться, 23 февраля – красний день календаря. Собралось достаточно много людей. Сейчас идет митинг, выступают ополченцы, всякие разные политические деятели. Обещают концерт. Обещали полевую кухню, но ее нет. Я пока не вижу. Детки катаются на машинках. Ну, потому что выходной день, по всей видимости, люди вышли из домов. Сейчас в Донецке тихо. Кругом много военных, с автоматами ходят по городу. Ну, как-то проходит все так вяло, без особых лозунгов и эмоций. Но как сейчас обстановка в городе? Нормализуется, мы это все видим, все это чувствуем. Потише стало, да? Намного. Много очень военных. Наверное, сейчас какой-то будет у них здесь праздник. Может, награждение какое. Вот флаг Советского Союза, военно-морского флота. Вот с собачкой, с красивой. Ангелина, молодец! Ну, вот такой митинг. Большинство людей сюда пришло послушать Кобзона. Но, насколько я понимаю, Кобзона здесь сегодня не будет. Он, скорее всего, будет вот в этом театре поздно вечером. Там по особым приглашениям все заходят. А люди тогда просто пришли, послушали и сейчас разойдутся.